Когда вы затронули тему золотой акции, ее сейчас просто нету. Есть серебряные, есть бронзовые. Такое количество позиционеров, что просто золотая акция, она подешевела, назовем это так. Поэтому... Вот где искусство, между прочим. Суметь сделать так, чтобы это называется провести размывание вот этих золотых акций. Размывание золотой акции, кстати, хорошее наблюдение. Вот, поэтому у радикалов все равно пришлось им голосовать, но уже не так это явно выглядит, как есть. Но давайте посмотрим другие механизмы. Я на прошлом, на нескольких передачах назад говорила, что эта Рада, она не самостоятельна. Что мы наблюдаем? Появилась информация, что приезжал президент для мобилизации БПП, что появлялся Арсений Петрович для того, чтобы мобилизировать Народный фронт, что сами не понимают представители коалиции, что все-таки они в ответе и несут полноценную ответственность за принятие этого бюджета. То есть, получается, без внешнего фактора, без кнута не получается голосовать, да? А если все так вольны в своем выборе, то вы не набираете этих голосов, тогда вы идете волю народа, возрождение к мажоритарчикам и договариваете. Широко договаривайтесь, потому что получается вот этой вот консолидации нету. Когда мы говорим о том, что должна быть программа правительства, да, потому что это иммунитет правительства. Пока есть программы, понятие приоритетов, никто не трогает Кабмин. Как только у нас появится состояние, когда закончится иммунитет, все вспомнят, что, оказывается, нам нужна программа. Она должна быть понятной на несколько лет, а не ситуативно как-то обрисован контур. Этого нет. Какие у нас есть проблемы в этом бюджете? Этот бюджет, там есть, скажем так, дырки или есть опасности. Не проголосованная спецконфискация, ну дырка-то остается. Приватизация, которая была не реализована в 2016 году и ранее, и не факт, что она будет реализована в 2017. А на эти деньги рассчитывают как-то еще прожить. Чем восполнять? Дырка опять приватбанк, который тоже станет хорошей дыркой в бюджете. Вообще за счет чего вот это все надо? Поэтому у нас будет несбалансированная социалка, у нас будут люди, которые будут недовольны. Пенсионер, у которого на 10% повысится, как он будет выживать? Он что, кстати, меньше ест? Вопрос. Извините, спасибо.